Итак, всем еще раз добрый вечер. Я Владимир, доктор, невролог, вертебролог изначально. Далее специализировался как доктор остеопатии, спортивный врач, доктор подиатр, если кто-то знаком с таким словом, это ножки и стопы. Вот. И сегодня я хотел бы с вами поговорить о, как на сайте написано, сухожилиях, связках и так далее, но немножко более глобальном, может быть, каком-то масштабе. И хотел бы вас спросить, все здесь бегают? Кто, ну, естественно, все, кто в аудитории. Вы не бегаете. А все остальные бегают? Поднимите руки, кто когда-нибудь встречался с какими-нибудь болями в ногах? Отлично. Это хотел сказать, это хорошо. Это не хорошо, это нормально, потому что фактически все, кто начинает менять свою жизнь, да, сталкиваются с какими-то проблемами, с какими-то моментами. Кстати, как оцените, не очень, да, бежит парень? Итак, начнем. Нормально бежит? Ну, фильм хороший. Итак, для того, чтобы начать наш сегодняшний разговор о травмах и о том, как их избегать и как их лечить, я хотел бы немножко с вами поговорить о том, как сейчас в современном представлении происходит понимание человеческого тела, человеческого организма и процесса его жизни и развития. Расскажу несколько концепций, которые, ну, сильно поменяли взгляд в медицине, особенно современной, особенно за границей. Вот. Первая из этих концепций, концепция Tensegrity, она представлена у нас вот в виде вот такой штуковины, она была первый раз представлена, ну, придумана, так сказать, и разработана. Что это такое? Ну, один очень такой умный мужик сделал систему из резиночек и палочек, которые соединены между собой, которые поддерживают свою форму и при этом не касаются, ни одна палочка не касается друг друга. То есть только резиночки и палочки, все это вот так вот висит в воздухе. Особенностью вот такой системы было то, что держится она за счет того, что есть элементы сжатия, которые постоянно находятся под давлением, и есть элементы растяжения, которые постоянно находятся под каким-то натяжением. У данного вида систем есть еще несколько таких характерных моментов. Один из таких характерных моментов, если за любую часть системы начинать как-то дергать, воздействовать на нее, то реагирует сразу вся система, причем моментально. И она старается сохранить свою целостность, да, но при этом как-то немного видоизмениться. Чтобы как-то немножко проще понимать эту систему, вот попроще для понимания палатка. Есть такая, видели? Хорошая штука. Вот тело человека очень похоже на эту палатку. Ну, немножко посложнее, но похоже. Что будет, если взять за ткань и вот так начать наворачивать на кулак с палаткой? Она сломается? Сразу. Она начнет как-то потихонечку там как-то вот собираться, напрягаться. Да? Ткань палатки становится напряженная, дуги становятся более напряженными, но палатка не ломается, да? До какого-то предела. Если крутить дальше, 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 как вы думаете, что сломается первым, дуги или вы порвете ткань под рукой? Я думаю, скорее всего, вы порвете ткань под рукой. Да? Почему? Потому что это передается, конечно, усилие на всю систему, но в месте, где мы крутим, там наибольшее давление, да? Наибольшая сила прикладывается. То есть по этой системе по всей распространяется прикладываемая сила, но в месте ее приложения она все равно выше. Она все равно выше, чем в других местах. Потому что ткань порвется, скорее всего, да, под рукой, а не где-нибудь в другом конце. Вот, соответственно, это первое, что я хотел сказать о Tensegrity и о теле человека, что мы, в принципе, устроены очень и очень похоже. Когда мы получаем какое-то дополнительное воздействие,
весь наш организм сразу же на это реагирует. И вот кто-нибудь слышал про Томаса Майерса и анатомические поезда? Это следующая наша тема, о которой хотел вам рассказать. Тоже замечательный человек. Он как раз выявил, где в нашей системе тенсегрити дуги, а где материал, и как этот материал где расходится, как это происходит. Соответственно, следующая картинка. Не буду вас сильно грузить анатомией. Вот, но покажу вот такие интересные штучки. Как вы думаете, синенькая — это мышца? Мышцы, в основном мышцы, и частично связочный аппарат, да, сухожилия. Вот, соответственно, Майерс не то чтобы открыл, но собрал частично это в какой-то хороший концепт, назвал это анатомические поезда. Это анатомически выстроенные в цепь мышцы и сухожилия, которые функционируют вместе, как единое целое. То есть мы не можем произвести ни одно движение в нашем теле одной мышцей. Слышали какое-нибудь изолированное упражнение в зале? Пошел в зал, сделал изоляцию. Да? На самом деле, когда делаешь изоляцию, ну, например, как сделать, кто-нибудь ходит в зал регулярно? Вы? Как сделать изоляцию на дельту? На средний пешок дельты. Так. Вообще не тут стоя. А? Стоя поднимать. Вот так, стоя поднимать руки. Но дело в том, что да, при том, что мы говорим, что это изоляция, все равно включается, ну, на самом деле очень много мышц включается, но минимум, да, включается еще надосная и трапециевидная мышца, да. И делали исследования, каждая из этих мышц может полностью поднять руку до конца, то есть полной изоляции никогда не происходит. Мало того, что не происходит полной изоляции вот такой местной, на самом деле любое усилие, любое добавочное давление, любое наше усилие распространяется по всему телу. И распространяется оно в основном вот по вот таким вот замечательным выявленным Майерсом линиям. Достаточно легко это ощутить на себе. Можно, кстати, вас? Про тенсегрити не забывайте, это как бы все. Это просто следующий момент. И потом все сложится в наши замечательные или незамечательные поражения. Вот, смотрите, берем ручку и просто давите немножко вниз. Сильнее, сильнее, сильнее. Вот скажите, вы чувствуете включение мышц в руке? Ну, наверняка. В смысле? Ну, руку чувствуешь, да. Она напряглась? Да. Угу, хорошо. Теперь посмотрите, продолжайте давить рукой вниз. Угу. Ну, и туда. Скажите, напряжение в животе разное с двух сторон? Ну, здесь больше, по-моему. А если вот сюда? И чувствуете? Здесь, да. То есть живот реагирует на то, куда он давит рукой. Мало того, давите рукой вниз. Скажите, вы чувствуете, как ноги включились? Да. Включились ноги, да? То есть любое движение рукой, ногой, чем угодно, начинает включать целые цепи, да? И мало того, что сначала первая включается, ну, основная цепь, а потом начинает включаться вообще весь организм. Вы когда-нибудь видели штангистов, которые поднимают очень-очень тяжелую штангу? А, вид у меня такой. Видели? Как вы думаете, зачем они так делают? Помогает. Им больно или что? Помогает забавить. Чтобы зазлиться. На самом деле, да, непроизвольно. Спасибо. Присаживайтесь, я, может быть, еще вас позову. Очень удобно сидите. Вот, соответственно, что пытается сделать человек? Человек пытается подсознательно включить всю мускулатуру. Да, уже и на лице, и везде, для того, чтобы помочь. И помогает ли это? На самом деле это действительно помогает, потому что у нас общая эта система tensegrity, которая, да, при напряжении в любом зоне будет передавать напряжение на всю систему. Поэтому напряжение даже вот лицевых мышц, мышц передних мышц шеи будет действительно помогать ему поднимать штангу. Но преимущественно будут работать вот эти зоны. К этой картинке мы будем возвращаться много и много-много раз. Следующее, что бы я хотел вам сказать, что мы живем не в вакууме, да, мы все время соприкасаемся с внешней средой, и при соприкосновении с внешней средой нам приходится к этой внешней среде адаптироваться, да, иначе с выживанием становится плохо. Согласны? Это у нас сейчас просто такое хорошее время, что можно пойти в магазин, купить еды, полежать на диване, вот, и проблема выживания не всегда зависит от тела, но в большей степени и сейчас тоже. И тело всегда адаптируется к тем условиям, в которых оно находится. Да?
Вот такой замечательный дяденька. Как вы думаете, он хорошо адаптированный? Он великолепно адаптирован для тех условий, в которых он находится, да? И к той среде, с которой он соприкасается. С теми нагрузками, с которыми он соприкасается. Соответственно, есть, я думаю, что вы видели немножко других товарищей, да, например, грузчики. Видели грузчиков когда-нибудь? Знаете, я переезжал, один раз друзей позвал, думал, что как-то с друзьями проще. 6 человек, мы пытались вытащить шкаф. Вот. Мы были не адаптированы к этому делу, у меня болела спина, у всех друзей тоже, руки, ноги, все. Потом приехало 2 таких маленьких сухих человека с лямками на следующий переезд, и все сделали очень быстро. У них нигде ничего не болело, говорю, у вас спина не болит? Вы понимаете, огромный гигантский шкаф. Говорю, не, вообще на все нормально. Целый день этим занимаемся. Почему? Потому что они уже адаптированы к тем условиям, в которых они находятся, да? В тех условиях, в которых они находятся. Самое главное, что процесс вот этой адаптации, да, процесс адаптации организма к любым изменениям внешней среды, он не моментальный. Не моментальный. Телу требуется определенное время, чтобы, во-первых, понять, что требуются какие-то другие, да, что-то вокруг изменилось. Во-вторых, требуется направить какие-то определенные силы, ресурсы в ту часть, которая больше нагружается, да, и ее каким-либо образом усилить, эту часть. Скажем так, это такие базовые предположения, которые я очень попрошу в течение лекции держать в голове, да? Что мы все время адаптируемся, причем до самой смерти абсолютно это происходит. Во-вторых, что вся система наша взаимосвязана, и любая нагрузка перераспределяется по всему телу, но максимально в тех местах, где прилагается усилие. И третье, то, что наши мышцы функционируют не по одной, а целыми линиями и поездами. И вот теперь я хотел бы перейти к нашим болячкам. Пока все понятно? Ну так, в целом. Такой тихий, спокойный, молчаливый зал, уставший после работы. И из очень старого учебника, ничего не меняется, 10 классических травм, 10 классических проблем бегуна. На самом деле, болячек можно, нозологий, да, так называемых, можно выявлять, называть миллионы вообще. 10, 15, 20 болезней бегуна. Но на самом деле, все это одна патология, по большому счету. Это патология адаптация к новой нагрузке, к новому виду деятельности. Дело в том, что то, что происходит у нас, когда мы начинаем резко заниматься спортом, в природе, в норме, не происходит. То есть вы хорошо себе представляете такую картину. Ну, скажем, лев какой-нибудь, да, всю жизнь ему кто-то носил вдруг в природе еду. Он такой стал жирный, классный, вообще ему все хорошо. И тут вдруг кто-то перестал носить еду, и говорит, а теперь тебе надо догнать вон ту антилопу, и делать так каждый день, короче, потом еще догнать ее за 42 километра, еще пробежать до ней. В природе такого не бывает, согласитесь? Этот лев просто бы никто ничего не приносил. И поэтому он с самого детства начинает адаптироваться к этим условиям. И когда ему нужно будет уже во взрослом состоянии эту антилопу догонять, он уже к этому адаптировался очень-очень давно и потихонечку. Да, потому что он постоянно в этих условиях. У нас происходит немножко другая ситуация, особенно когда бегуны не совсем с детства, а все-таки бегуны-любители, которые довольно резко меняют свой образ жизни, да? Начинают новые нагрузки применять, и организм еще не успел эволюционно так измениться, чтобы быстро на это реагировать. И поэтому эти заболевания, которые, можно сказать, разбивают на категории, подкатегории, там как-то очень активно их различают, на самом деле это все одна и та же патология, которая просто говорит о том, что организм не успевает перестроиться. Да, и в какой-то момент чуть-чуть больше приходит в нашу систему Tensegrity, и она начинает где-то подрываться. Еще один такой небольшой постулат, который я тоже хотел вам сказать, которому тоже довольно важен. Дело в том, что бытовая нагрузка, с которой мы адаптированы, то есть то, ну, как вы живете, там сумки надо носить из магазина, ходите куда-то, там в офисе сидим. Вот, или я там, не знаю, позвонки вправляю. Вот. Мы адаптированы к этой нагрузке,
И за нашу жизнь накапливаются у нас травмы, какие-то напряжения, зажимы, спазмы. То есть нет такого человека, который, знаете, я одного видел, преподаватель йоги уже 20 лет йогу преподает, вот, и медитирует все время. Вот у него нигде ничего не зажат. Вот, соответственно, почти у каждого человека есть какой-то набор таких вот таких там зажатостей, каких-то немножко смещенных чуть-чуть суставов, немножечко где-то жидкости в суставе больше, где-то меньше, где-то немножко позвонки сошли. Но в бытовом плане мы этого не чувствуем. Бытовые нагрузки нам этого не дают, да? И это как бы нагрузка, преднагрузка на систему Tensegrity, да? Вот эту вот палатку здесь немножко защипили, там немножко защипили, тут немножко защипили, и вроде как ничего, нормально. С палаткой все хорошо. Но что происходит, как только на эту палатку начинают навешивать значительно больше груза, да? Вдруг начинает происходить что-то. Я вообще, кстати, в последнее время перестал верить в такие рассказы, как «вдруг». Знаете, вот едет человек, приходит и говорит: «Знаете, я вот никогда в жизни ничего не болела, спина вообще, все было классно. Потом я вот вдруг поднял вот телегу, у меня вдруг защемило спину, и все стало очень плохо, и сразу прям вообще, все и сразу, и вдруг». Конечно же, у него были, да, предпосылки к тому, что его система Tensegrity уже не выдержала просто вот эту вот добавочную нагрузку, этот чемодан. Просто это была вот последняя капля, чтобы произошло вдруг. Соответственно, когда мы начинаем спортивные нагрузки, было бы неплохо, первое, освободиться от каких-то вот таких вот, да, посмотреться хотя бы так скринингово. Кстати, что у нас происходит? У нас регулярно происходят скрининги бесплатные, пожалуйста, можно приходить, посмотреть, чтобы не было каких-то критичных, да, там, скажем, разницы большой длины ног или искривления таза большого, или, скажем, там, каких-то экстремальных забитостей мышц или зажимов, да, которые изначально уже подготавливают человека к тому, что если он даст нагрузку, вдруг с ним что-то произойдет. Вот. И второе, нагрузку нужно наращивать постепенно, потому что что нужно сначала организму? Чтобы рецепторы поняли, что это какая-то нагрузка, что она не разовая, что она повторяющаяся, и похоже, что хозяин хочет все-таки ее повторять и повторять. Кстати, вот в зальчике, опять же, кто занимается, ну или вот кто-нибудь бегом занимается, замечали такую вещь, что организм вообще против в целом поначалу? Вообще, он против того, чтобы что-то начать делать такое вот. Он хочет экономить энергию, он хочет вот адаптироваться к мягким условиям жизни. Вот. И поэтому там можно говорить об отсроченных мышечных болях, да, которые молочная кислота там накапливается и так далее. Но кроме того, что это просто вот, там, кислота, скажем, дергает за рецепторы, да, ведь наш организм, если бы хотел, он эти рецепторы мог бы отключить легко. Подсознание может легко отключить любые рецепторы везде. Просто оно говорит: хозяин, слушай, ну что-то мы не то делаем, мне не нравится. Как-то вот. Но если очень надо, то ладно. Вот. И, соответственно, организму нужно увидеть, организму нужно понять, что это неоднократно, организму нужно туда послать какие-то ресурсы для того, чтобы все это дело усилить. Кстати, между прочим, про усиление. Оно действительно происходит. То есть действительно уплотняются кости. Действительно, то есть на срезах это все отлично видно. Действительно уплотняются кости. Действительно изменяется плотность сухожилий. Это все хорошо очень видно на вот такой вот картиночке. Что это такое, знаете? Что отрезали? Сустав. Да, сустав и бедренная кость, да? Головка бедренной кости. Надеюсь, видно вот такие вот полосочки. Видно? Это силовые линии, которых у ребенка нет. Вот если, не дай бог, да, сделать скрытие ребенка и распилить такую косточку, которая не ходит, не вертикализирован, да, у него не будет такой картинки в костях. Она образуется под нагрузкой. У кого маленькие дети есть? Есть такие? Вы замечали, что они вот рождаются плоскостопенькими такими? Прям стопа такая плоская-плоская. Поясничного кифоза нету, да, спинка ровненькая, шейка ровненькая, позвоночник прямой. Да? И если, ну, я просто с таким, к сожалению, в жизни сталкивался, как детский невролог изначально, если ребенок и остается в кровати, да, на всю жизнь, то у него и не образуется поясничного кифоза, поясничного лордоза, не образуется кифоз, у него позвоночник так прямой остается в кроватке. Вот. И если его, не дай его, потом вскрывать, и вот этого тоже не будет.
Это именно адаптация к тому, что человек встал и пошла вертикальная нагрузка. Пошла вертикальная нагрузка, пошли остеобласты, остеокласты перестраивать косточку. Про космонавтов знаете, что они из-за очень длительного периода в невесомости прилетают, их сразу кладут в инвалидное кресло. Они такое ездят на инвалидном кресле, на каталке. Почему? Потому что за время того, пока они находились без нагрузки, их организм начал опять же адаптироваться. А каким образом начал адаптироваться? Нет нагрузки, значит, что? Плотные кости не нужны, значит, надо их потихонечку начинать разбирать. Да? И организм начинает потихонечку разбирать кости, и при возвращении сюда на Землю опять гравитация, и действительно может у них что-нибудь сломаться. Да? Возникнуть у них очень часто явление остеопороза возникают. Возникает явление остеопороза. Итак, вернемся к нашим болячкам. И давайте их немножко разберем по очереди, наверное, с самых-самых популярных. Скажите, пожалуйста, с внешней стороны коленного сустава, вот тут вот, у кого-нибудь когда-нибудь болело? Называется колено бегуна. Я лечил такого замечательного человека, товарищ Федоров. Он говорит: слушайте, мне говорит, все говорит, есть, говорит, и локоть теннисиста, говорит, там колено прыгуна, и чихокиста, говорит, главное, чуть-чуть хотя бы, да. Вот. Вот здесь, зато колено бегуна у бегунов очень часто и хорошо возникает. Боль в этой области. Да? Все бегут лечить, смотреть, делать МРТ коленного сустава. Да? Смотреть МРТ коленного сустава, а там артроз. Кстати, вот по поводу артроза. Артроз – это диагноз чисто, как сказать, рентгенологический, да, диагноз МРТ. Дело в том, что приходит ко мне человек на прием, я говорю: что вас беспокоит? Да. Что вас беспокоит? Он говорит: артроз. Я говорю: артроз вас беспокоить не может. Знаете, что артроз не беспокоит. Беспокоит какие-то боли там, да, при движениях, при каких-то там, не знаю, там, почесуха, еще что-то. Но артроз не может беспокоить. Да, он беспокоит только после того, как ты сделал рентген. Исключительно, психически. Вот. И начинают лечить несчастный сустав, хотя человек чувствует не сустав совершенно, а место прикрепления илиотибиального тракта. Или напрягателя широкой фасции. Сейчас посмотрю картиночку. Наверняка она должна быть у нас. У нас ее нет. А есть ли здоровый доброволец, у кого такое было? Или сейчас есть? Есть сейчас? Можете подойти? То есть сейчас какие-то неприятные ощущения в этой области бывают, да? Угу. Итак, здесь... По этой поверхности бедра у нас вот здесь есть маленькая мышца, называется напрягатель широкой фасции. Дальше по бедру идет такая плотная, хорошая пленка, широкая фасция, собственно, фасция лята. И прикрепляется, например, вот здесь. Как ощущается? Есть какие-то неприятные? Нет, в принципе. Ну, то есть сейчас не больно? Сейчас нет. А в этой области болит, когда бегаете? Да. Угу. Скажите, чтобы вот заболело, что нужно вам поделать? Ну, минут 5 побежать. Минут 5 побежать. А приседания дают эффект такой? Приседания нет. Приседания не дает, да? Вот смотрите, теперь вопрос такой. Вот так потру и так потру. Разные ощущения? Нет, в принципе. Не разные? Нет. Замечательно. Великолепно. Так вот, соответственно, это место прикрепления широкой фасции. Да? Что у нас начинают делать? Лечить местно. Лечить местно. Давать противовоспалительные препараты и местно воздействовать на эту зону. Но эта зона возникла, почему? Потому что слишком сильно натянута мышца, которая сюда крепится. Здесь у нее прикрепление очень мощное, а здесь у нее прикрепление очень маленькое. И когда человек не разогретый, мышца немножко спазмированная, короткая, да? Мало того, может быть, еще и есть пронация или супинация ноги, которая натягивает всю эту цепь, да? Возникает что? Натяжение, и при резкой добавочной нагрузке, например, побежали. Да, не разогревшись, не растянувшись здесь. Мышца дергает за свои места прикрепления. Соответственно, здесь дергать бесполезно, а вот здесь дергать очень даже полезно, потому что это место очень маленькое. И начинаются микронадрывы. Эти микронадрывы вызывают воспалительный процесс и боль. Как очень легко проверить эту теорию? Очень жаль, что у вас сейчас не болит. Может, побегайте немножко? Может, есть у кого более... Есть у кого сейчас болит немножко? Идите сюда.
Сейчас есть хоть какие-то болевые ощущения есть, да? Да, садитесь. Я просто хотел показать очень так наглядно. Сейчас есть ощущения какие-то болевые? Да, есть. Где? Покажите. Угу. Можно я за ножку пощупаю? Можно. Скажите, как меняются ощущения? Можно посильнее. Угу. Ну да, меняется. Можно. Легче? Легче. Что я делаю? Я взял мышцу и сдвинул ее к месту прикрепления. Понятно, да? И когда она начинает приседать, мышца уже не дергает за это место. Вот, просто положил колготки, понятное дело, положил руку и просто сдвинул к низу. Уменьшил здесь давление. И все, человек становится легче. Да? Вот, соответственно, если вы чувствуете, да, по внешней поверхности, с внешней стороны, вот в этой зоне, боль, первое, что нужно сделать, это не бежать на рентгеновый МРТ. Просто взять, сдвинуть вниз, и можно попробовать там поприседать или хотя бы пойти. Вам должно стать легче. Если становится легче, это колено бегуна, да? Ну, еще такое начинающееся, да? Вот. Соответственно, что мы можем с этим сделать? Интересно? Или потом уже расскажем? Интересно. Может, такая, похоже, тема актуальная. Присесть. Можете присесть. А, подожди, одну секунду, еще один момент. Можете сапоги снять, если возможно? Я бы хотел показать тут картиночку вам еще раз. Смотрите, пожалуйста, на эту картинку чуть-чуть повнимательнее. Вот он, илиотибиальный тракт. Вот он. Видно? Вот мышца, вот сухожилие. Вот здесь вот место его как раз прикрепления, где боли возникают у чуть-чуть человека. Куда он вниз идет? Видно? И давайте мы немножко пощупаем вас. Вот здесь. Нигде не больно? Везде больно. Везде больно? То есть, а вторую ногу, можете ботиночки снять? Я просто к чему веду, что перегружена вся цепочка, не только илиотибиальный тракт. Угу. Да? Да. Угу. А, ну, наступите только одинаковые. А. Ну, снимите же его. Нет прям проблем. А то эксперимент нечистый получается. Угу. Давайте, давайте. И тру. Одинаково с двух сторон, например. Разные ощущения? Разные. Здесь как будто больше, да, ощущается? Как будто больше. Оно не как будто, а на самом деле больше. Почему? Потому что перегружена вся вот эта цепочка. И вот здесь мы обязательно найдем напряжение. Мы здесь обязательно найдем напряжение. И даже, возможно, оно пойдет выше, и мы можем его найти даже в животе. Так и есть. Соответственно, смотрим разные стороны живота, и вот здесь вот, с другой стороны животика, я чувствую напряжение выше. Правильно? Ну да. Вот легко пальчик проваливается, вот здесь нелегко пальчик проваливается. И пошел дальше на спину, скорее всего, там лопатки там, и так далее, и так далее. То есть перегружена вся цепочка. Понятно, да? Но почему именно колено заболело? Ведь цепочка, видите, какая длинная, может живот заболеть или еще где-то. А заболело там. Про палатку, помните, говорил, да? Потому что там наибольшая точка приложения силы получается, во-первых. И во-вторых, все места прикрепления мышц, где вот именно в надкостницу врастает сухожилие, они малорастяжимы. То есть, когда идет дополнительная нагрузка, мышца растягивается, да? Мышца растянуться может где-то, да? А вот место ее крепления чаще всего страдает. И как раз в утверждение своих слов, да, посмотрите, вот здесь очень мощное крепление на гребне, а здесь прям буквально точечка небольшая. Чаще всего это вот внешняя сторона колена немножко радиирует, вот сюда отдает. А почему это может происходить? Почему может быть перегрузка вот этой цепочки? Очень часто перегрузка этой цепочки бывает из-за стопы. Потому что, смотрите, видите вот эту вот такую штучку? Где бы покрасивее ее показать? Красивее ее, наверное, нету. Но можете мне поверить. Видите, вот здесь уходит под стопу. И там получается как стремечко такое. И когда стопа немножко ротируется, начинает натягивать всю цепочку. И как вы думаете, если человек поставит ноги вот так,
сильнее натянется цепочка? На внешнюю? На внешнюю, да. А если на внутреннюю? Мы ее немножко расслабляем, да? То есть очень часто это бывает из-за стопы. Но довольно часто я тоже видел людей, у которых проблема там бывает и в спине, скажем, очень часто там между лопатками, ромбовидные мышцы входят в эту цепь, да, ромбовидные мышцы напряжены и так далее. То есть смысл такой, что, скорее всего, да, уже достаточно давно есть какая-то проблема где-то, может быть, на спине, может быть, в стопе. В бытовых нагрузках она ее не чувствует, побежала, возрастала нагрузка на систему tensegrity, начало дергать здесь, начались проблемы. Идет к доктору, что болит колено, что надо делать, рентген, МРТ, еще лучше. Вот. Соответственно, давайте сразу буду потихонечку рассказывать, что с этим делать, что ну, штука такая популярная. Что с этим делать? Можно к этому подходить системно. А вы можете присаживаться. Спасибо. Извините, можно перебить? Да. Прошу прощения. Вот про нагрузку вы сказали. Просто есть такая сжимающая, ну, наподобие лыжи, там, бег, да, а есть, там, идти вверх, допустим, в горы. В горы ничего, а на лыжах 5 километров — это убийство подобное. Поэтому у нас, смотрите, стопы обязательно. Вот. Соответственно, к этой проблеме можно подходить, да и нужно подходить и системно, и локально. Да, сейчас чаще всего ортопеды подходят локально, то есть начинают лечить там, где болит. Вот. Как подойти более системно к этому вопросу? Первое, что здесь напряжено, поэтому здесь отрывается. Так, что нужно сделать? Здесь расслабить. Ну, логично, да? Если это стопа повернута, ортопедическая стелька, если более комплексно подойти к вопросу, наверняка слышали о кинезиотейпах. Слышали что-нибудь? Такие специальные ленты во всем мире уже используют, не знаю, в России как-то. Я уже 3 года преподаю, но я стараюсь вовлекать людей. Вот. Это такие специальные пластыри, которые моментально расслабляют мышцу. Могут активизировать, могут моментально ее расслабить. Да? Можно затейпировать. Кстати, очень часто у людей, у которых, например, склонны к колену бегу, да, очень хорошо тейпировать перед марафоном или полумарафоном, чтобы не возникало боли при больших дистанциях, да, при больших нагрузках. То есть поставите сюда 2 пластыря, сюда и сюда. И это место расслабится, да? Меньше будет нагрузки. Как можешь системно подойти? Регулярно делать. Чувствовали такой, девушка? Чувствовали больновато, да? Как забита, как будто мышца. Вот снизу на ноге. Вот здесь я щупал. Да, есть. Вот. Соответственно, глубокий, то есть не растирание, вот там, не эротический массаж, а хороший, глубокий, по типу, знаете, по типу тайского, такое разминание, проминание. Для того, чтобы действительно хорошо расслабить всю цепочку. Ну, хотя бы. Всю ногу промять, да, расслабить ее. И тогда здесь будет действительно легче. И только уже, когда мы делаем это, переходим вместе с этим, да, к локальному лечению. Кстати, между прочим, для того, чтобы заниматься самолечением, это почти как Малахов плюс, видели, ну, увидите, наверное, если заходите в спортивный магазин, есть такие ролики продаются разных диаметров. Вот, и, например, вот, ну, я работаю в хоккейном клубе ЦСКА, постоянно ребята после велосипеда, если ну, много делают, или там у них, скажем, ледовая жесткая тренировка, они всегда раскатывают ноги сами. Да? То есть кладут валик, ложатся на него, и после тренировочки 5-7-10 минут прокатывают мышцы, прокатывают связки, как раз чтобы не было вот этих всех колен бегуна и так далее, и так далее. Как вы можете догадаться, что мышцы есть не только с этой стороны, но есть еще и приводящая группа мышц. Вот здесь она не отражена. У меня есть уже не все картинки. Ну, скажем, вот здесь есть еще приводящая группа мышц, поверьте мне, вот здесь. И было ли у кого-нибудь боль изнутри колена, вот здесь? Оно реже встречается немножко. Ну, было, да? Встречались? Да. А есть у кого-нибудь сейчас? Да. Можете подойти? Быстро продемонстрирую просто. На обеих ногах? Нет, на одной. Нет, одно колено. Вот это? Это? Угу. Ой, тут боль. Примерно здесь? Да. Ну, встаньте к народу лицом. Попробуйте присесть. Ну, какие-то неприятные ощущения есть, нет? Да нет. А чтобы были, что нужно поделать? Ну, попрыгать на эти ноги, побежать. Попрыгать, побежать. Угу.
Походить. Хорошо, давайте сделаем простой тестик. Да, это нога, да? Угу. Скажите, вот тут больно? Да. Встаньте на ноги. Вот так больно? Угу. Здесь меньше? Надо даже на ощупь чувствовать, что она мягче. Чувствуете? Да. Это то же самое колено бегуна, только с другой стороны. Приводящая мускулатура. Да? Она обычно болит, когда поза лотоса пытается. Ну, в позу лотоса там может еще коллатеральная связка болеть, не только это, да? Вот, соответственно, то же самое колено бегуна, только с другой стороны. И теперь смотрите, да, беру и немножко спускаю вниз. Немножко держу. Какие ощущения? Никаких. В этом месте? Не чувствую. Полегче? Да. Да. А почему? Потому что я эту резинку взял и спустил вниз. Понятно? Знаете, которая натягивает место прикрепления. Угу. Давайте теперь подумаем, какое у нас будет лечение этого отдельного заболевания. Все то же самое. Да? Массаж хороший, глубокий, приводящих мышц. Ролик. Вот. Также здесь икроножная мышца включается в эту цепь. Почти я уверен, что у вас икроножка со стороны сильно забита. Да? Вот. И, скорее всего, ну, может быть, что какие-то проблемы со стопами надо смотреть. Вот. Соответственно, да, опять же, я все к чему веду, это не отдельные заболевания, это все одно и то же, да? Просто вот с разных сторон. Дальше. Локально. Локально что же надо лечить? Там же воспаление. Да? Про локальное лечение. Что хочу сказать. Мази, гели. Слышали всякие там лошадиная сила, там петушиный отвар, еще что-нибудь. Вот, капустный лист. Вот. По поводу местного лечения, мне лично больше всего нравится из поставщиков, так сказать, противовоспалительных веществ, либо какие-нибудь китайские пластыри с нанесенным противовоспалительным веществом. Почему? Потому что пластырь, ну, когда он находится на коже, он 24 часа поставляет вещество, которое на нем находится. Да? Уж когда натерли, оно что-то зашло, что-то не зашло, что-то ушло, в общем, как-то так, да? Вот, на какое-то время помогло и ушло. Пластыри лучше, ну, лучше доносят лекарства. Второе, что тоже хорошо для местного лечения, опять же, кинезиотейпы местные, противоотечные, улучшение микроциркуляции. Для улучшения микроциркуляции. Вот, и что еще можно предложить для местной терапии? Вам наверняка будут предлагать, если будете обращаться к, ну, к ортопеду, например, делать туда инъекции. Вот инъекции с гормонами делать — это самая плохая идея, какую только можно придумать. Дипроспан, слышали? Слава богу. Вот, вот если в это место уколоть дипроспан, как очень, ну, сейчас любят так делать, все сразу проходит. Почему? Он тут же гасит воспалительный процесс, гормон. Человеку сразу становится хорошо. Вот, и начинаются большие проблемы. Первое, гормоны местные разволокняют, ослабляют соединительную ткань, да? Второе, вам не больно, вы тут же возвращаетесь к тренировочному процессу, и проблема усугубляется в итоге. То есть, например, если профессиональному спортсмену колется дипроспан, 2-3 недели никаких тренировок на эту зону, никаких нагрузок не дается. И это если совсем все плохо, прям вообще плохо. Да? То есть в основном у нас идет противовоспалительные пластыречки, ну максимум это какие-нибудь гельчики, и что пьем внутрь. Наверняка все слышали НПВС, нестероидные противовоспалительные средства. Да? Вот, хочу что сказать, что действительно при вот такой ситуации, особенно если уже болит сильно, было бы неплохо их попить. Рекламу делать не буду, сейчас много хороших. Небольшими курсами, во-первых. Во-вторых, у кого есть проблемы с желудком, обязательно прикрываться нужно омепразолом или ранитидином. Слышали такие вещества? Нет? Вот. Очень хорошо. Но желательно всегда их пить вместе, да. И пока вы пьете обезболивающие нестероидные противовоспалительные средства, они и воспаление снимают, и самое что главное, они обезболивают, да? Какие вещества? Диклофенак, вальтарен, найс, ксифакам, мовалис, там можно продолжать их там, ибупрофен. Это внутри, да? Да, таблетки, да. Вот, 3-5 дней обычно на это дело дается. Вот, и пока эти таблетки вы пьете, нельзя тренироваться. Почему? Потому что есть обезболивающий эффект сильный. Если есть сильный обезболивающий эффект, вы не чувствуете боли, а боль — это всегда сигнал о том, что что-то там рвется дальше и что-то происходит нехорошо. Да? Соответственно, с этим моментом лучше
Не шутить, да? То есть, если пьете противовоспалительные, обезболивающие сильные, лучше в этот момент лучше не тренироваться. Когда они уже немножко выветриваются, там ну, часов 8-12 хотя бы проходит, вы чувствуете, что у вас по-настоящему там происходит в этом месте, и тогда уже можете переходить, да, к плавнику, начинать загружать, начинать тренироваться. Почему нельзя ложиться на диван вообще навсегда и все так вот, все, я больной, у меня все всегда болит? Вот, потому что, на самом деле, небольшой вот момент восстановительный, воспаление уходит, и потихонечку нужно потихонечку давать нагрузки. Но самое главное, почему возвращаются эти болячки, потому что вы противовоспалительные пропили, местно все потерли, а цепь перегружена. Да? Самое главное за это время отработать цепь. То есть массажи, тейпы, там может быть со стопой что-то сделать. Да? То есть для того, чтобы не вернулась эта проблема. По вот этим моментам в колене понятно? Вопросы есть? А можно вопрос по поводу тейпирования? Самому сложно делать? Очень легко. У нас скоро будет семинар по самотейпированию и для бегунов. Вот. Так что это наклеить пластырь на ногу себе несложно. Может, там нужно только профессионал? Чтобы... Надо, ну, вот для этой патологии нужно вот так отвести ножку, вот так и наклеить. Можно лечь так и наклеить. Все. Вот. Только вот отсюда сюда и все. Как резко легче причем. Да. Проблемы с мениском. Чуть подальше. Мениски нет, мениски чуть подальше, да? А вот растяжение, укрепление мышц, ну, статические упражнения на колено, они помогают в этом случае? Нет? Смотрите, хочу сказать, что в этом случае будет помогать все, что угодно, если решить сначала проблему с цепью. Вот после того, как вы ее подрасслабили, можно статические упражнения, можно динамические упражнения, но суть все-таки ее сначала расслабить. Потому что если вы будете на напряженной цепи давать еще и статику, то может немножко стать хуже. Хорошо? Переходим к следующей нашей болячке, которая вроде как тоже отдельная. И я думаю, что тоже с ней многие встречались. Это боль в области ахиллесового сухожилия. Встречались? В области пятки. Пяточка когда-нибудь болела, нет? Сзади. А если выше пятки, вот хуже? Ну, вот ахилл бурсит, то есть вот такой отек небольшой. Ахилл, никогда не болел? Счастливые люди. Болел. Итак, ахиллово сухожилие, да? Либо вот здесь вот боль была, либо вот здесь вот и с отечком. Такое было? Да, было. Было, да? Вот, соответственно, смотрите. Ахиллово сухожилие. Это переходит во что? В икроножную мышцу. Да? Соответственно, если икроножная мышца забита, напряжена, мы на нее начинаем давать нагрузки на растяжение. Где будет подрываться? Там, где слабо. Да, опять же. И опять ахилл бурсит, да, ахилл тендинит, начинаются проблемы с прикреплением ахилла. Начинаются такие беды. Но почему еще, кстати, у бегунов часто бывает болит сама пяточка? Очень часто это бывает, когда вы меняете либо обувь, либо характер поверхности. Было такое, что сменили обувь и начала болеть пяточка? Да. Вот, чаще всего это связано с тем, что именно с моделью обуви и с тем, что пятка сильно трется, просто пяточная кость начинает тереться о задник ботинка. И там возникает просто постоянное надавливание, да, либо трение, но это совсем плохо, тогда получаются мозоли. Но если нету трения, то получается такое вот давление. Если миллион раз надавить на какую-нибудь одну точку, это можно, например, суммировать, как хорошо пару раз дать туда. Да? Фактически начинаются проблемы с надкосницей местные от постоянного длительного сдавления. Поэтому очень часто еще это бывает из-за обуви. При смене обуви замечайте, если вы поменяли обувь и примерно через там, 20, 30, 40 километров вы почувствовали боль в пятке, попробуйте вернуться в ту обувь, в которой вы были. Оденьте старую пару, пробегите и посмотрите, будет ли легче. Будет ли легче. Вообще икроножные мышцы у нас очень часто болят и вызывают всевозможные нехорошие ощущения. И посмотрите, куда они еще крепятся. Видно? Тоже коленному суставу. Бывает, ну, у велосипедистов, там, скажем, немножко других спортсменов бывает чаще, у бегунов тоже бывает, что боль происходит под коленом.
Было такое когда-нибудь, да? Вот, и, соответственно, боль под коленом – это тоже не боль в коленном суставе, это места прикрепления мышц, либо икроножных, это можно очень легко проверить, залезть себе прямо под туда и надавить, да, и если вы залезли прямо под коленочку и надавили со стороны икроножных мышц, и там не очень все здорово, икроножные мышцы все тоже забиты и болит, то тоже не надо мчаться на рентген и МРТ, поработать с икроножными мышцами. Кстати, вот еще один такой момент, очень интересный. Чем отличаются спортсмены-любители от спортсменов-профессионалов? Спортсмены-любители — это хобби все-таки, да? То есть вы не можете, скажем, себе позволить встать с утра, там, целый день там, поразогреваться, там, потом пробежать, потом вам массажик уже сделали, да? То есть вы живете своей жизнью и плюс к этому добавляете нагрузку. И что касается бега, очень неплохо, особенно у кого сильно действительно забиваются икроножные мышцы, да, у профессионалов есть почти у всех массажисты. И я думаю, что вы слышали такое словосочетание, как спортивный массажист. Слышали? Оно не просто так, вот, спортивный массажист, потому что именно в спорте, да, массажисты требуются очень часто. И икроножная мышца – это одна из тех мышц, которая действительно требует очень часто хорошего массажа, разминания. Да? И если даже вы как бы, ну, там, не можете встретиться с массажистом либо самостоятельно, либо попросить вторую половинку, третью половинку там, какого-нибудь, пожмахать, понадавливать кулачками, понадавливать локотками, и уже станет прилично полегче. И под колено может стать полегче, и в области пятки тоже может вполне стать полегче. Что еще хочу сказать? Были ли какие-нибудь отеки вот здесь, натечнички такие? Особенно поначалу, когда начинали бегать, около лодыжек. Да. Вот. Очень часто еще сопровождается болью примерно. Вот сегодня у меня, кстати, девушка подходила перед лекцией. Болью либо вот здесь. Видно ногу, нет? Вот так, подниму ему ножку. Как-то вот сбоку вот здесь болит при этом иногда. И выходит вверх, как жилка такая. Был такое иногда? А внизу такие натечечки получаются. Вот. Что это такое? Чаще всего это бывает у людей, которые либо только начинают заниматься бегом, либо переходят с одной техники на другую. Вот здесь очень много мелких мышц, которые отвечают за регуляцию движения пальцев ног. Вам ваши преподаватели бега говорят, не отталкивайтесь пальчиками. Да. Они это правильно говорят. Потому что, например, ну вот, да, сегодня не буду там пальцем показывать, но именно разгибатели пальцев перетрудились, поотталкивались пальцами, да, и фактически что, мышцы, которые обычно особо-то как-то не напрягались, перенапряглись, забились молочной кислотой, где-то, может быть, какие-то пошли микроподрывы, и все, вот эти дополнительная жидкость, которая образуется, она вся под весом, ну, под гравитацией, начинает спускаться вниз. И натечечки получаются там, где проще всего задержаться жидкости. Что с этим делаем? Что с этим делаем? Ну, кинезитипирование, хорошо помогает. Но если не кинезитипирование, то очень хорошо помогает компрессия, компрессионное белье. Если брать медицинское, то это средние компрессии, и причем не во время тренировки, а походить 3-4 часа после тренировки в компрессионном белье. Да? Второй степени компрессии, запоминаете? Третья степень компрессии – это когда совсем все грустно. Угу. Вот. Что еще хорошо делать? Это именно после, да? После тренировки, да. Потому что во время тренировки, почему сильная компрессия во время тренировки не очень? Что происходит, когда происходит компрессия? Сосуды сжимаются. Согласны? Мы хотим как бы лимфатические сосуды сжать, они не очень упругие, но получается так, что сжимаются не только лимфатические сосуды и вены, сжимается и артериальный приток, и микроциркуляция, и при большой нагрузке мышцы могут начать испытывать кислородное голодание быстрее при мощной компрессии. Вот, поэтому как раз после тренировочки это было бы лучше сделать. Да? И очень хорошо помогает лимфодренажный массаж. Замечательно, просто как выжимают жидкость. За один раз можно половину просто этого бугорка выжать оттуда. Вот. Переходим к следующей патологии. Слушайте, у меня сегодня прям потрясающе. Меня обычно все спрашивают. А если
Неважно, они обычно с обеих сторон, либо с одной, либо с другой. Но это либо сгибатели пальцев, либо разгибатели пальцев, либо сгибатели коротких какого-нибудь большого пальца. То есть это чаще всего это связаны мышцы с контролем пальцев. А вот то, что вы говорили последний раз про боковые мышцы, это относится вот к середине мышц примерно? Ну, то есть если пополам разделить ее посередине? Ну они примерно до нижней трети голени доходят, там, крепления. Так, давайте пяточную шпору, подошвы сы тоже разберем. А, было ли такое, что с утра просыпаетесь, первые несколько шагов делать больно? Да. А в области пятки еще больнее. Вот тут. Было такое? Да. Было такое. Называется в народе пяточная шпора или подошвенный фасциит. Опять же, выделяется как отдельная нозология, но фактически давайте подумаем, что это такое. Помните наше колено бегуна, за всю историю? Посмотрим на эту картинку снова. Вот эта подошвенная фасция. Видно? Куда она дальше идет? В ахилл. Куда она дальше идет? В икроножку. Куда она дальше идет? Ну, это не приводящая, это на самом деле этот хамстринги. Вот, задняя поверхность мышц бедра, да? Дальше на разгибатели спины, подзатылочные мышцы. Вот, и практически всегда, когда у людей с подошвенной фасцией проблемы, вы почти всегда найдете, что и подзатылочные мышцы даже реагируют. Даже в спазме подзатылочной мышцы с этой стороны больше. Вся цепь перегружается. Да? Соответственно, какое лечение у этой ситуации, если вы вдруг почувствовали с утра, встаете и больно? Опять же, можно уже угадывать, да? Массаж, проработка всей цепи. Ну, можно кинезиотейп поставить. Дальше. Местная работа. Здесь очень хороши стелечки full contact, которые, знаете, полностью распределяют нагрузку на всю стопу. Не жесткие, мягкие такие, в которые можно проваливаться там. Что здесь еще хорошо будет? Ударно-волновая терапия. Слышали такое? Только не перебарщивать. 3-4 сеанса где-то раз в неделю. Вот. И еще одна очень такая ударно-волновая. Такая штучка, которая... Ну, сейчас есть на пьезоэлементе, а раньше воздухом, компрессором создавал такие очень быстрые мелкие удары в зону, вот, и вызывало там определенные реакции, которые ускоряли заживление тканей. Вот. Хотя некоторые считают, что этой ударной волной можно еще и экзостозы разрушать. То есть вот шип, например, вот это то, что вырастает, да, пяточная шпора так называемый, вот, что можно еще его разрушить. На самом деле он образуется потому, что место крепления фасции здесь, да, место крепления вот этой вот сухожилия, оно как бы чуть-чуть отрывается, а все это место пусто не бывает, да, приходят соли и откладывается такой шип. Этот шип, собственно, и есть пяточная шпора, да, которую можно ударной волной разрушить. Вот. Ну и опять же, еще один такой прям лайфхак. Почему с утра больно наступать? Потому что икроножки перенапряжены, и всю ночь вы не контролируете положение стоп, стопы находятся в вытянутом положении всю ночь, вот, когда икроножная мышца перенапряжена. И утром, когда человек из вытянутого состояния переходит в согнутое и наступает, все, что поджило за ночь на фасции, разрывается. Это наиболее болезненные первые шаги как раз из-за этого. Поэтому на ночь я рекомендую еще всегда одевать так называемые ночные ортезы. Это ортез для голеностопного сустава, который будет ночью держать ногу в таком вот, ну, согнутом состоянии. И все, что заживает, будет хорошо заживать. Вопросы по этому есть? А если болит не с утра, а просто при хождении на плоской подошве? То есть на каблуках хорошо, потому что смещается нагрузка? На каблуках вообще почему хорошо? Вообще, когда у нас есть проблема с ахилловым сухожилием, проблема с... плантарной фасции или проблемы с икроножной мышцей, почему хорошо на каблуках? Потому что каблук поднимает пятку, уменьшает это расстояние, да, и расслабляет икроножную мышцу. Поэтому хождение на каблуках на это время даже показано. Становится легче человеку, особенно если привык к этому делу. Так. Что с бегом делать? С бегом делать следующее. Соответственно, поработать с икроножкой обязательно, да?
Нет, на шпильках бегать не надо. Поработать с икроножкой, ночные ортезы. И когда вы с утра встаете и понимаете, что в принципе ну, не больно, можно потихонечку начинать бегать. Потихонечку. Вот. То есть сначала я рекомендую сначала немножко полечиться. Вот. Также желательно, если есть возможность, хотя бы чуть-чуть похудеть. Вот, потому что очень сильно плантарная фасция реагирует на вес человека. То есть либо если добавочный вес, то всякие рюкзаки, либо тяжелые какие-то с собой там вещи, либо ну, внутренние запасы. Либо внутренние запасы. Так, посмотрим, что нас еще может беспокоить. А еще нас может беспокоить вот такая ситуация. Кстати, ногу подворачивали вот так. Вдруг. Вот. Так вот, вдруг, как я еще раз говорил, вдруг ничего не происходит. Дело в том, что подворот ноги происходит ну, чаще всего. По какой причине? Потому что в момент контакта с поверхностью мышцы-стабилизаторы, которые должны адаптировать стопу к поверхности, немножко не срабатывают, да, потому что, ну, там, в результате, например, слабости. И человек подворачивает ногу. Вы, конечно, слышали такое ну, как распространенное мнение, что если один раз подвернул, будешь все время подворачивать. Слышали, нет? Вот, вот как раз будешь все время подворачивать, потому что не занимаешься устранением причинности. Да? Не занимаешься устранением слабых мышц балансиров. Как проверить, да, склонны ли вы к тому, чтобы вот такое случилось? Когда бегаете по ровному треку, еще ничего. Но как только начинается какой-то лес, там буераки, горы, поля, стопе приходится все время все больше и больше адаптироваться. И возможность подвернуть голеностоп резко возрастает. Поэтому я рекомендую сначала сделать такой небольшой тест. Просто встать на одну ножку и посмотреть, насколько вы хорошо стоите на одной ноге. Да? Для этого достаточно легко, да? Происходит. Если нога вот так начинает ходить ходуном, при установке на одной ноге, значит, что шанс того, что вы подвернете ногу на там, мягком треке, достаточно высокий, да, там, вот этого вдруг. Как этого избежать? Очень легко, все так же. Стоим на одной ноге, сначала 1,5 минуты, потом уже 1,5 минуты хорошо стоите, стоим 3 минуты. Если хорошо стоите 3 минуты, закрываем глаза и стоим. Вы удивитесь, но значительно тяжелее будет стоять с закрытыми глазами. Если вы можете 3 минуты стоять, причем это добавляем просто к беговым тренировкам. Просто к беговым тренировкам, если планируем перейти на мягкий трек. Закрываем глаза. Если уже, ну, желательно босиком, да, потому что я сейчас стою в стельках, поэтому мне классно, как бы. Вот. Стоять босиком. И когда вы уже с закрытыми глазами можете простоять 1,5–2 минуты, значит, ну, скорее всего, вы не подвернете ногу. Но если хочется еще усилить, то тогда либо быстрее просто как-то войти в это состояние хороших стабилизаторов, используйте нестабильные платформы. Вот я вижу одну. Она, правда, перекачанная. Надо немножко подпустить. Видели такие штуки? Ставим. Ну, на это не стоит, она очень накачанная сильно. На одну ногу и балансируем. Да? Просто значительно быстрее. Пойдет их прокачка, либо, когда вы уже хорошо подготовлены, можете просто усилиться. Да? Постоянно, вот у меня футболисты лечатся часто, футболисты очень много на них тренируются. Почему? Потому что, когда они бьют на одной ноге, им нужно перед ударом зависнуть на одной ноге. Да? Ну, фактически они приходят на одну ногу, а потом бьют. И вот в этом моменте, если нога делает какие-то вот такие вещи, то вот эта нога как-то стреляет куда-то не очень туда, мячом. Вот. Соответственно, для них еще важнее. Если кто-нибудь футболом занимается, то точность возрастает резко, если занимаетесь на нестабильной платформе. Если уже такая ситуация случилась, то тут у нас происходит острая травма. Есть такой протокол острой травмы, с которым мы сейчас с вами немножко познакомимся. Слышали когда-нибудь про то, что что-то ему надо греть, что-то охлаждать? Да? Ну что и когда, не очень понятно. Ну, греть до, греть до, охлаждать после. Греть суп, да, связки не гнется. Вот.
Значит, смотрите, по поводу охлаждения. Я вообще очень сильно выступаю за то, чтобы была такая, как сформирована, мы уже, думаю, скоро сформируем аптечку бегуна, чтобы входил холодок. Всегда можно купить в аптеке. Это такой пакетик с жидкостью. Его по нему стукаешь, он становится холодный-холодный. Да? И при острой травме первое, что мы делаем, мы можем прямо под носок засунуть холод. И вообще, если что-то резко заболело где-то, мы можем приложить холод. Почему холод хорош именно в самое первое время? Потому что, во-первых, он сужает сосуды, да? И если есть повреждение, то меньше будет вытекать жидкости. Во-вторых, холод ингибирует, ну, то есть замораживает болевые рецепторы, да, и меньше больно вообще становится. И третье, что он делает, очень-очень важное, он снижает метаболизм тканей. То есть слышали про анабиоз лягушек? Лягушки там впали в анабиоз и там всю ночь, всю зиму не едят. Да? Почему? Потому что у них очень резко падает метаболизм от холода. Соответственно, когда мы прикладываем холод, падает метаболизм тканей, им нужно меньше кислорода и крови. Соответственно, они меньше повреждаются. Меньше повреждаются. Слышишь, там органы трансплантируют там, в холоде. Все не просто так. Да? Снижают метаболизм тканей. Это то, что нужно делать в первый момент. Есть еще несколько действий, которые нужно сделать в первый момент. Вот. И они называются вот так. Есть такая аббревиатура. Может быть, вы с ней были, кто-то уже с ней знаком. RISE. Слышали? Соответственно, в переводе на русский – покой, лед, давление, приподнимание. Ну, приподнимание с ногой тяжело, только если ночью, да, уже после того, как получили травму, желательно выше сердца положить. Вот, давление. Было бы неплохо иметь с собой какой-то ну, типа компрессионного, ну, в этой же аптечке компрессионного бинта, либо к того же кинезиотейп, который можно довольно сильно придавить, чтобы не развивался отек, во-первых. Во-вторых, при давлении тоже включается такой очень интересный феномен обезболивания. Вы видели, когда человек ударился чем-нибудь, он начинает так тереть. Видели? Или вот так зажимать место. Что он делает на самом деле? Он на самом деле активирует эти рецепторы механические для того, чтобы они заглушили болевые рецепторы. Аппликатор Кузнецова, например, вот вам такая простая штука. Да? Положили иголки, и все прошло. Вот. Очень интересный механизм. Получается, когда вот в эту структуру. О, видно? Желтый такой, спинномозговой корешок называется. Вот в него поступает информация от части тела. От органов, от мышц, от кожи, прям вот кусочками. Мы как кольчатые черви устроены, все кусочками. Вот, и вот в эту штучку входит информация. И дальше, как при плохом интернете. Качаем торрентом один фильм, качается хорошо. Качаем торрентом 10 фильмов, качается уже как-то, да, не очень. Почему? Конкуренция происходит за канал информации. И то же самое, когда мы прижимаем больное место или трем больное место, возникает конкуренция между сигналами с механических рецепторов и болевых. И они начинают конкурировать за проход в головной мозг через корешок спинного мозга. Поэтому давим, да, охлаждаем и покой. Что значит покой? Это значит, что если бы вот так это уже случилось, значит, нужно перестать все-таки бежать, да, дождаться какой-то помощи, чтобы вас подвезли к пункту, где могут оказать эту помощь. Там, скорее всего, сделать какую-то иммобилизацию. Для того, чтобы сделать покой, иммобилизация, это такое, ну, там, скорее всего, лангету. Но главное, через острую боль, ну, заморозили, типа, не больно, и попер дальше, да, так не делать. И еще вот один момент, который хотел обратить ваше внимание. Через какую боль не надо бегать? Через какую надо, через какую не надо. Да? Если боль острая, если боль резко усиливается при беге, вот, то через такую боль бегать не надо. Если вы можете в начале бега как-то больновато, а потом, знаете, такой человек говорит, расходился. Слышали? Вот. То вот расходиться, в принципе, можно. Да, через такие боли, в принципе, бегать можно. Если боль усиливается и становится все хуже, резче и больнее, бегать не надо. Хорошо? Хорошо. Вопросы есть? При беге не больно, а после больно? Смотря где. Вот, на самом деле, больше всего нас будут беспокоить острые боли. Да? Причем, что может болеть после бега? Где? Икроножная. Икроножная мышца? Замечательно. Все равно бегаем,
Но что мы делаем с икроножной мышцей? Разминаем, массируем, валиком раскатываем, да? Выжимания делаем, нанимаем спортивного массажиста. Это на крайняк. Да. После того, как ногу подвернул, времени уже прошло много, пару лет. Угу. В этом месте ничего не болит, но хрустит. Хрустит, мелкий такой треск. Вот так? Дело в том, что приезжал такой товарищ Дэвид Лив, очень интересный мужик. Он американских суперчемпионов всяких лечит. Его все время спрашивали, вот замучили просто, говорит, а если хрустит, то это что? Вот, он долго думал, ну про колено, правда, его мучили. Вот, так вот, хруст, вот если он по типу, как это называется, знаете как, наступание на свежий снег, такой, это, слышишь такое слово, соли. Так вот, при заживлении связки, да, там могут быть отложения соли, особенно если вы были в иммобилизации, то есть была лангета какая-то, связка длительно не двигалась, заживала, там откладываются соли, кальция, и когда идет ремобилизация, то есть снова идет, связка снова начинает растягиваться, эти кристаллы начинают треться друг об друга, и мы слышим такой как по снегу, как по свежему снегу. Если долго-долго-долго-долго эту связку растягивать, то этот звук будет более нежный, плавный и приятный. Но это не страшно. Ничего плохого в этом нет. По поводу щелчков в колене, интересно? Да. Смотрите, если колено, ну как по крайней мере говорит Дэвид Лив, если колено щелкает и щелкает и щелкает и щелкает и все время, и хоть ты приседаешь, хоть ты хоть что, но при этом не больно и не изменяется характер движения, что значит не изменяется характер движения? То есть вот вы ведете, щелк, и нога плохо пошла или хорошо пошла, да? То есть не, если меняется характер движения, то на щелчки мы не обращаем внимания. Я когда приседаю. Вот. Если у вас после щелчка, либо во время щелчка возникает боль, либо изменяется характер движения, то вот тут как раз хорошо было бы пойти на МРТ и посмотреть мениски. Вот тут как раз было бы хорошо пойти и посмотреть мениски. Еще вопрос про лангету. Да. А если так получалось, что в течение нескольких лет много раз подворачивали одну и ту же ногу, и что потом будет накопление этих соли? Значит, смотрите, помните, я говорил что уже, что почему эту ногу подворачивали? Угу. Потому что после восстановления связки человек не удосужился немножко подкачать стабилизатора. Угу. Поэтому он регулярно связку подворачивает. Я бы рекомендовал, конечно, стабилизатор подкачать. Вот. Если многократно все это происходило, то после последнего заживления надо просто подкачать стабилизатор. И все, это перестанет вдруг происходить. Путем стояния на ней. Вы можете, если у вас как бы нет желания, там, не знаю, денег или еще чего-то купить вот такую резинку, то можно просто стоять на одной ноге даже. Потом закрыть глаза и балансировать уже хотя бы закрытыми. И в моменте пояс, вот этих поисковых движений мышцы будут уже подкачиваться. На нестабильной платформе просто быстрее происходит. А можно еще маленький вопрос? Да. То есть, когда ты, получается, у тебя все время щелкает колено, это просто, видимо, соль или еще что-то там? На самом деле, тут мнение ученых разделяется, и, видимо, очень большой процент вероятности того, что то там некоторые вещества переходят из газообразных состояний в жидкие и обратно, и вот за счет этого происходит щелчок, как бы хлопок. Не было такого? Всегда что-то появляется в первый раз. Ничего страшного в этом такого ужасного нет. Как говорит Дэвид Лив? Можно еще? Да. Если такую историю, про которую вы рассказывали про колено, когда щелчки сражаются болью, либо изменение движения. Но это происходит в голеностопе. В голеностопе тогда нужно смотреть вилку, то есть это соотношение вот это место. Вот, у нас здесь есть вилочка, таранная кость и вилка. Чаще всего вот эти все щелчки и боль в голеностопном суставе сопровождаются, чаще всего бывает из-за того, что либо передний таран, то есть либо таран вперед выехал, либо вилка вперед выехала, таран назад заехал. И за счет того, что вот здесь сочленение не стабильно стоит, происходят такие вот вещи. Кстати, при подвороте стопы очень часто бывает ситуация, что вилка тоже сходит со своего места. И вот недавно обращалась девушка, говорит, болит нога, вот буквально на осмотре. Чуть-чуть поправил вилку, уже вышло, не хромало. То есть очень сильно зависит это вот вилка и таранный сустав, а таранная кость, их соотношение.
Про мениски немножко рассказать, про крестовидные связки. Да. Вот. Если до этого мы говорили о вещах таких, ну, как скажем, адаптационных, да, таких, которых просто нужно пережить, да, размять мышцы и так далее, здесь немножко посерьезнее ситуация обстоит. Потому что с крестовидными связками, как бы, шутить очень плохо. Они либо сильно растягиваются, либо рвутся. Да? Тогда появляется симптом выдвижного ящика, колено просто ходит относительно бедренной кости. И эта ситуация, к сожалению, уже такая ортопедическая, и срочно нужно обращаться к врачу и смотреть, что происходит. Вот, делать МРТ, смотреть, есть ли разрыв или только растяжение, и из этого ставить тактику лечения. То есть по самолечению могу сказать только, что здесь был бы хорошо наколенник довольно жесткий, да? Для того, чтобы это подстраховать. Но желательно самолечением не заниматься, обращаться к врачам, и очень часто их оперируют. По поводу менисков. По поводу менисков очень интересная история. Это вот эти вот хрящевые пластинки. Видно их? Они тоже достаточно часто повреждаются, вот, дают щелчки. И щелчки такие, знаете, постоянные. То щелк, 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 щелк. Почему? Потому что повреждается часть губы, да, мениска, и хрящик делает друг об друга вот такие вот щелчочки. В принципе, в этом ничего ужасного нет. Если при этом нет каких-то жутких болей, вообще человек чувствует себя хорошо и нормально бегает, то и пусть себя спокойно и нормально бегает. Вот. Чаще всего что происходит? Чаще всего происходит, что человек повреждает либо коллатеральную связку, либо у него там, не знаю, колено бегуна, либо еще что-то, да, ну такое вот обычное. Он приходит на МРТ, и ему там говорят: у вас застарелый какой-нибудь там разрыв мениска. И все такие: о-о-о. Меня всегда вот удивляло, почему люди не удивляются, что он такой застарелый, и они вдруг его почувствовали. Вот. Дело в том, что если он застарелый, то, скорее всего, вы его не чувствуете. Понятно, да? И, конечно же, там, скажем, ортопеды будут пытаться там говорить: а давайте их что-нибудь отрежем, что-нибудь, да. Вот, сначала нужно хорошо посмотреться и посмотреть, действительно, нет ли проблем пересуставных, вокруг сустава. А потом уже лезть к застарелым проблемам мениска. Хорошо? Вот, на самом деле с мениском всякие трещины и надрывы – это не совсем страшная ситуация. Хуже, когда вот там всякие отрывы мениски, загибы менисков, вот это уже тоже, ну, оперативные вещи. Но и даже без мениска, когда его удаляют, вот у меня есть моя личная очень хорошая подруга, она чемпионка России по буги-вуги, у нее нет обоих менисков. Ничего, чемпионка, все отлично, пока. Ну, я думаю, что и дальше все будет отлично. То есть крестовидные связки, то есть то, что происходит внутри сустава, я просто вас хочу к чему призвать. Если боль резкая, простреливающая, внутри сустава, то это повод обратиться к ортопедам. Это повод обратиться к ортопедам и сделать МРТ. Если не боль, дискомфорта и усталость такая. Если не боль, но чувство дискомфорта и усталость. Чувство дискомфорта и усталости – это чаще всего мышцы связки. Это не внутрисуставные вещи. Нет, справа прямо вот внутри. Я еще раз говорю, если у вас снизу это происходит, под коленной чашечкой, где? Прям в центре вот чувствую. Прям в центре и прям вот под прям под мини. Трудно сказать, вот в центре, ни слева, ни справа, ни сзади. Вот. А где? В центре. В центре. В центре. Усталость. Ну. Дискомфорт. Неудобно бегать. Смотрите, я сейчас покажу еще одну штучку. Может быть, это оно. Но я говорю, как бы гадать по кофейной гуще не люблю. Также по скайпу лечить и по фотографии. Вот. Но, возможно, это вот такая ситуация. Смотрите, когда у нас идет завал стопы, идет ротация бедренной кости. Когда идет ротация бедренной кости, происходит смещение надколенника в одну из сторон. И что происходит? Надколенник начинает тереться по месту, по своему ложу. И там могут возникать как раз болевые ощущения прямо вот-вот около надколенника. Это может быть с плоскостопием связано? Это вот оно с этим и связано прям. Это плосковальгусная стопа показана. То есть могут быть боли в области колена, да, могут быть боли в области тазобедренного сустава. Да, то есть вся эта ротация, она передается наверх очень часто. Плоскостопие лечится, в принципе, это просто анатомическое. Значит, смотрите, по поводу лечения плоскостопия. Во-первых, оно бывает разное. Оно бывает поперечное и продольное. Слышали, да? Вот. На самом деле,
по поводу его лечения. Есть племя такое в Африке, у них вообще такие прям стопы абсолютно ровные. Они бегают, ходят, у них вообще все нормально. Вот, плоскостопие нужно лечить, если есть симптоматика, да, то есть если есть какие-то проблемы выше. И лечение во взрослом возрасте подразумевает не лечение, а именно поддержку. То есть изготовление ортеза, который будет имитировать своды. Понимаете, да? Вот, по поводу того, чтобы немножко улучшить ситуацию. Своды держат мышцы. И в принципе есть упражнения, да, там все, наверное, знают, там надо собирать простынку пальчиками по полу 100 раз. Ну вот в 25 лет уже, там, в 20 лет, и там, даже в 19 лет, это уже, в общем, ну, немножко улучшит ситуацию, но не сильно. То есть если кости уже хорошо просели, если уже человек взрослый, то мы больше говорим о поддержке состояния, чем о лечении плоскостопия. Так. Для чайника протез — это что такое? Стелька. Ортопедическая. Смотрите, в связи с этим вопросом. У меня вот тоже плоскостопие достаточно сильное. У меня стелька есть обычная для хождения. Для бега такую же используете? Обычные для бега используются беговые специальные стельки. У них ну, как бы для хождения, конечно, тоже желательно мягкую стельку, ну, пружинищую делать, да. Вот, но для бега есть отдельно, можно сказать, не, ну, как особенность у этих стелек, что у них есть слой с повышенной амортизацией. Вот, а для, поэтому они потолще чуть-чуть. Вот, а стельки, которые для обычного бытового хождения, они обычно делаются потоньше, чуть пожестче, без этого амортизационного слоя, но потоньше, чтобы они влезали в низкопрофильную обувь. Особенно там важно для женщин, для мужчин, которые ходят в офисе. Вот. А можно вернуться к колену бегуна? Вот профилактика какая? Профилактика стельки, массаж икроножный и... это вообще, в принципе, вот. Если говорить прям до бега, прям перед бегом, особенно если у вас большая дистанция, да, ну, впереди, то самая лучшая профилактика будет кинезиотейп. Если нет кинезиотейпа, то профилактикой будет хорошо размять, напрягать широкие фасции и икроножку. А есть такое еще понятие — накачать мышцы? Понятие хорошее, но не об этом. Дело в том, что если вы будете накачивать, напрягать шок фасции, он будет еще больше тянуть за место прикрепления в момент накачивания, и будет очень больно. Дело в том, что в принципе, если вы будете, да, выровняете стопу, будете вот это все массировать и продолжать бегать, то организм будет понимать, что вот это место прикрепления нужно укреплять. И после каждого воспалительного процесса место, в котором он произошел, оно укрепляется. Вот. И со временем вас должно попустить. Хорошо? То есть там будет более мощная надкостница, там будет более мощное вплетение, и со временем это будет легче. То есть со временем не нужно будет это все размассировать. Так, усталостные переломы. Это, конечно, крайняк, когда уже прям перелом. Скажите, было ли когда-нибудь у кого-нибудь боль в области... второго-третьего пальчиков, вот здесь вот. Чуть, вот второй-третий палец, вот первый, второй-третий, и вот здесь вот, на подъеме. Особенно при переходе на естественный бег, поначалу. Было дело? Было дело. От чего это возникает? Дело в том, что когда особенно часто это возникает у людей, у которых поперечное плоскостопие, то есть нет вот этого свода стопы, арочки вот здесь нет, и давление неправильно распределяется на косточке. И те метатарзальные кости, которые не должны столько давления, ну, на себя брать, сколько берут, начинают болеть от того, что на них приходит слишком много давления. Часто здесь, если сильно много давления, возникает еще и такой отек непроходящий. Маленькая подушечка. Было такое? Ну вот если уже есть внутрикостный перелом, бывает еще и маленькая такая подушечка, очень долго болит при пальпации. Вот, чаще всего причина этому – это, во-первых, слишком быстрое нарастание нагрузок, и второе – это поперечное плоскостопие, то есть нету арочки, которая будет амортизировать при беге. Особенно, когда человек меняет бег, то есть, например, бег с пятки меняет на естественный. Вот, поэтому иногда бывают, ну, перелом – это крайний случай, очень редко бывает.
а именно боли в этой области, они бывают. Тогда чаще всего нужно метатарзальную подушку. То есть специальная такая подушечка гелевая, которая подкладывается вот как раз сюда и берет на себя часть нагрузки амортизационной. Вот, вот этот вопрос. Вот про это? Это не надкосность, вот этого у вас точно не было. Это примерно та же ситуация, только с большеберцовой либо малоберцовой костью. Вот спереди как раз? Спереди, скорее всего, у вас болело не это. Скорее всего, у вас болело, я вам сейчас скажу, что вот это. Вот здесь? Да, вот когда это проблема другая, я сейчас о ней тоже расскажу. Дело в том, что вот на предыдущей картинке это очень грустная проблема, это внутрикостный перелом, да? То есть это вот не то, что там, вы бы сейчас здесь так не сидели и говорили, а вот у меня там что-то побаливало там. Вот, то есть это внутрикостный перелом, из него люди очень долго выходят вообще, да. Вот, это боль в области надкостницы, в области прикрепления мышц. И давайте угадаем, это отдельное заболевание? Нет, это все то же самое, что колено бегуна, что приводящее, что крепление ахилла. Все одно и то же. Это просто место, где мышцы прикрепляются к надкостнице, они перегружаются, начинают ее тянуть, и начинается болевой синдром. Вопрос, что с этим делать? Конечно. А делать все то же самое. Давайте посмотрим на мышечные цепи. Вот тут бубо. Да? Где кость как раз? Вот, да? Вот тут. Вот. Соответственно, вот эти мышцы, скорее всего, будут перенапряжены. Можно щупану? Да. Встать? Не, здесь. На этой ноге? Да у меня на обеих было. На обеих было? Вот здесь вот, нигде не больно? Ну да, вот здесь вот. Вот чувствуете, да? Да, да, да. Забитые мышцы. Угу. А болит еще и где кость? Ну, естественно, что болит где кость. Болит нигде забитая мышца. Болит там, где эта мышца вплетается в надкостницу и дергает, как во всех остальных случаях, да? Соответственно, что делать? Разминать мышцы по передней поверхности голени, разминать квадрицепс. Также кинезиотипирование, кстати, тоже хорошо помогает. Животик можно поглаживать. Разминать не надо. Вот. И, опять же, все те же самые местные средства терапии, то есть пластыри противовоспалительные, кинезиотейпы, нестероидные противовоспалительные вещества на 3-5 дней. Вот. И задуматься о технике бега, потому что очень часто это бывает либо при резком повышении нагрузок, либо при изменении техники бега. Техника, когда с пятки наложены, естественно? Ну, в принципе, любое изменение техники бега. То есть вдруг вы решили поталкиваться пальцами, например, или еще что-нибудь в таком духе, да? Ну, поменять что-то. Либо трек поменять. Очень часто у меня бывают пациенты, которые поменяли, скажем, жесткий, стали летом бегать, начинали зимой по стадионам, да? А потом вышли в леса, поля. Вот, в леса, поля, и все, и пошли дела. Потому что бегать по лесам, полям совершенно другая история. Совершенно другая история. Так, что у нас еще осталось такого страшного? Разница длины ног. Видно? Ну, это прям так, прям грустный случай у девочки. Вот, соответственно, разница длины ног – очень частая ситуация, которая приводит к перегрузке мышечных цепей и перегрузке суставов и так далее. Да? Почему? Потому что когда одна нога длиннее, чем другая, на длинную ногу приходится значительно больше нагрузки. Причем при удлинении на сантиметр примерно в полтора раза больше нагрузки приходится на суставы. Да, они просто быстрее изнашиваются, быстрее начинают там болеть всякие мышцы. Но самое главное, что может еще и заклинить такое замечательное место, как крестец, когда ноги немножко разные. Болело когда-нибудь вот здесь вот, между поясничкой, вот здесь. Вот. Причем боли обычно такие, знаете, резкие, заклинивающие, чуть так вот поднагнулся, бах, и все, и приехал. Обычно так ко мне и приезжают. Вот, соответственно, почему это происходит? Потому что таз на самом деле это не очень стабильная структура, это не череп. Ну, череп на самом деле тоже дышит, но таз не то что дышит, таз двигается, причем очень интенсивно и при каждом шаге. И когда мы делаем движение ногами, каждый раз
тазовые кости вот так вот двигаются. Мало того, что двигаются тазовые кости, еще и крестец вот так вращается. И когда вот это вот все вот так вот, вот вращается, все это вращается, 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 а ноги немножко разные, да? И одна тазовая кость начинает вращаться чуть-чуть по-другому, чем та. Крестец начинает иногда не попадать в интервал и может застревать. Могут быть сильные боли в области креста, а также сильные боли в области крестцов подвздошных сочленений. Вот здесь вот бывает начинает болеть при разнице длины ног, потому что здесь сустав между крестцом и тазовыми костями. И если нога длинная, да, на нее приходится больше давления, как раз вот все давление приходится на крестцово-подвздошное сочленение. И очень часто там бывают воспалительные процессы и боли. Вот. Поэтому длина ног довольно важная вещь. У 5% населения она истинная разница, и она устанавливается на специальном рентгене. Вот. А у всех остальных, у процентов 20, это функциональное изменение. Вот. Из-за чего оно бывает? Например, приземлились на одну ногу сильно, и таз уезжает вверх, да, и так и остается. Человек ходит, у него одна тазовая кость выше, чем другая, называется апслип, вот, и, соответственно, происходит такая, как смещение таза. Есть моменты скрученного таза, то есть, к примеру, тазовые кости повернулись и застряли в таком положении, но чаще всего одна застревает. Одна застряла в положении, например, переднего шага и постоянно выдает длинную ногу с этой стороны. Человек ходит, при бытовых нагрузках он этого не чувствует, но при беге могут начаться боли в области крестцово-подвздошного сочленения и в области креста, в области спины. Поэтому на скрининге, всегда перед тем, как начать активные большие такие нагрузки, длительные беговые, желательно померить длину ног. Это одна из таких важных моментов, да? Один из важных моментов. И, соответственно, если это проблема с тазом, то поставить на место таз. Если это проблема с реальным укорочением конечности, то в беговую обувь вкладывается подпяточник, да, который компенсирует длину ноги. Также, кстати, вот эта проблема может пойти выше, да, и разница длины ног, и привести к образованию даже и грыж, и если это в молодом возрасте остеохондроза, сколиозов, вот, и всевозможных проблемных ситуаций. Что еще хотел вам показать, так, чтобы вы посмотрели на обувь. Если вы видите вот такую обувь у людей, видели? Да. Рекомендуйте им обращаться к подиатрам, да, вообще к специалистам со стопами. Это явно совершенно, что человеку нужна помощь, потому что при вот таком наклоне ботинка со стопой явно что-то очень сильно не в порядке, да? Либо стесывание внешнего края сильное в обуви тоже должно приводить вас, ну, в определенную настороженность. Вот, кстати, да, вот такая вот стопа как раз приводит вот такую обувь, да, примерно. Видно отклонение пяточки? То есть пяточная кость должна попадать на середину сухожилия, а здесь она попадает на другой угол. За счет этого получается, во-первых, функционально короткая нога, во-вторых, разворот тибии и куча проблем. Хотел бы сказать еще пару слов в конце лекции. Первое. Если у вас вот возникают какие-то вот такие боли, да, в области суставов коленных, голеностопных, и вы, скажем, все равно бежите делать МРТ, находите там какой-нибудь артроз или еще что-то. Не пугайтесь, да, не надо ставить себе каких-то окончательных диагнозов и бросать спорт. Да? Спортом нужно заниматься всегда. Другое дело, что нужно просто, может быть, немножко проконсультироваться, да, и как-то задуматься, откуда берутся болезни. Второе, если у вас где-то что-то воспалилось, там, в коленях или так далее, да, всегда думайте о том, что нужно не только снять воспаление местно, но и поискать, где сверху или снизу напряжено, и там тоже немножко поработать, хотя бы самостоятельно. Хорошо? Это то, что я хотел бы, чтобы вы вынесли из лекции. Вот. Еще один момент, который я хотел бы вынести, чтобы вы вынесли из лекции. Мучают вас ОФП, тренера. И делают это не просто так, потому что
система Tensegrity наша и мышечные цепи, да, это единая система. И когда вы бегаете не только одними ногами, но и всем своим телом, да, в той или иной степени. И поэтому я бы очень хотел, чтобы вы не забывали про то, что ОФП действительно важен и полезен для бега. Для того, чтобы, например, не случилось то же самое колено бегуна, например. Вот. Теперь я хотел бы услышать какие-то ваши вопросы, если они есть. Когда ходишь по эскалатору вниз, болит? Щелкать при этом нет. Нет. Сильно болит? Прострелами? Ну, резко. Резко? Может быть, мениск. Да? Вот вы говорили по поводу щелкает колено, но если не болит, то не парится. Это касаемо колена или касаемо вообще суставов? Касается теперь любых суставов. Щелкает все, кроме колена, грубо говоря. Касается любых суставов. Хорошо. Что там за Какие суставы стопы вас интересуют? Какие они есть? Их очень много, несколько рядов. Какие вас именно интересуют? Покажите, я вам расскажу. Ну, давайте здесь. Какие? Ну, вот там, где, ну, так скажем, кость большого пальца ближе к середине. Вы имеете в виду то, что халюс вальгус – косточка в народе? Или что? Косточка, только… Давайте вы ко мне подойдете после лекции, я просто не очень понимаю, о чем вы говорите, честно. Честно. Так, слушаю. У меня два вопроса по поводу щелчков, но не ноге, а, допустим, локоть или плечо. Ну вот сегодня, допустим, один день щелкает, другой день щелкает. Продолжать там упражнение, да? Не обращать внимания. Продолжайте упражнение. Если щелчки не приносят вам боли и изменения движения, продолжайте. Вот. А второй вопрос. Есть ли какие-нибудь рекомендации по поводу постановки стопы? В чем вопрос заключается? Приходилось слышать разные вот мнения, что полезно для организма ходить чуть-чуть, стопы ставить так, ну, как Чарли Чаплин. А вот некоторые говорят, что дети ходят и косолапят. И правильно делают это в организме как-то... Я вам так скажу. Ходьба – это неосознанный процесс. Если вы будете все время думать о том, как вы ставите стопы, вот, то, скорее всего, вы куда-нибудь врежетесь, я думаю, со временем. Вот. Или подскользнетесь, или вообще у вас с жизнью начнутся проблемы, что вы перестанете о проблемах думать, а будете думать, как стоп ставить. Постановка стопы – это неосознанный процесс, понимаете? Вы можете контролировать ее только какое-то очень небольшое время, пока вы об этом думаете. Как только вы перестаете об этом думать и думаете о том, что «я же не закрыл дверь!» и пошел обратно, вы точно перестанете контролировать стопу. Понимаете, в чем дело? Положение стопы зависит от тонуса мускулатуры, от костей, от, ну, собственно, от связок. Но то, что вот вы говорите ментально поддерживать, это можете только поддерживать. Вот вы пока думаете, оно так. Поэтому я вам рекомендую, что об этом не думать. Лучше провериться, как постановка стоп. Нормально она у вас или нет. Ментально вы ее не измените. Да. Да, при больной надкоснице продолжать бег. Смотрите, если у вас острое состояние, и при беге оно усиливается, и вам становится все хуже и хуже, то я бы рекомендовал немножко прерваться, пролечиться, и хотя бы 3-5 дней, и потихонечку восстанавливается беговой процесс. Месяц-два, значит, плохо лечитесь. Так, хорошо, да. Скрининг упоминали, это куда и как дети? На скрининг чтобы попасть? На скрининг записываться можно здесь, в штабе. Итак, товарищи, я очень надеюсь, что моя лекция была для вас полезна, что-то новенькое узнали. Приходите к нам обязательно на скрининг. Если интересно, я вот сейчас курирую проект как врач, в принципе, можно приходить ко мне на прием, полечиться. Всегда всем буду рад. Спасибо.